Бесстрашную собаку заметили на самой вершине пирамиды Хеопса. Животное умудрилось подняться на высоту 139 метров. Видео выложил турист. Он пролетал на параплане рядом с пирамидами. Во время воздушной прогулки мужчина заметил необычное движение на вершине архитектурного памятника. Оказалось, что там находится бездомный пес, который бегает и лает на птиц. Интересно, что подниматься на любую из 118 пирамид Египта строго запрещено. Поэтому каким образом туда проник хвостатый, непонятно. В комментариях к видео шутят, что это не просто пес, а бог Анубис. Его считают защитником гробницы, изображают в виде человека с головой дикой собаки.